Театр начинается с вешалки, и представление, между прочим, тоже. И так, Кочерышки начинается с фойе. Ну, знаете, как бывало перед сеансами в кинотеатрах? Разогрев такой для Кочерыжечки. Вот этим мы и занимаемся. Мы всегда любим приезжать в Нижний Тагил. Для нас этот город не только второй по населению, но первый по театрам. И мы будем приезжать до тех пор сюда, пока не получим золотую Кочерыжку. Пусть мы вам надоедим, но золотую Кочерыжку мы возьмем. Хе-хе-хе-хе, Тагил! Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ценители песен! Вот и пришло время очередного конкурса «Песня года». Товарищи, мне только что сообщили, позвонили из Росмоскос, всех нас хвост даст не раз. Нам нужно срочно найти талант из народа, понимаете? Проведите конкурс, выберите лучшего, будем делать из него народ... О! Народную, понимаете, звезду. Золотая маска, золотые все мы. Золотее точно не бывает, бэйби. Наше мнение в топе. Захотим, поднимем и потопим. Золотая маска, золотые все мы. Золотее точно не бывает, бэйби. Наше мнение в топе. Захотим, поднимем и потопим. Мама сына любит машина. Это старый баклан. Угадай, где я снова на волне. Расскажу, как я устал видеть искусство на огне. А на небе месяц, звезды водят хоровод. Ночь стучится у ворот. Знаете, я ничего не слышал про это мероприятие раньше. И для меня было большой неожиданностью все это увидеть. Я думал, капустник, а капустник – это такое развлечение. А здесь замечательные театры. У нас хороший театр. Из выбоины не выйду, я еду, я выбоины, не выбоины, выбоины, не выбоины, еду я по выбоинам. Их, эти даже ничего выговорить-то не могут. Вот я-то вчера ехала на своем драндулете, везла 3 рулона линолеума. Ехала я по выбоинам. Дорога одни выбоины. Выбоина на выбоине, выбоина на выбоине. Из одной выбоины в другую выбоину. Вот так по выбоинам и ехала. Думала, никогда не выйду с этим выбоин. Лавировала, 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 лавировала. Да и вылавировала. Гляжу, передо мной холм с кулями. Залезла на холм куль поправить. Вышла во двор, во дворе трава на траве. Братва, все, братва, дрова! О! Свердловский государственный академический театр. Музыкальной комедии. Да, на золотую Кочерыжку мы ездим всегда, и это очень важно. Что вы приготовили? Мускомедия, что? Песни. Ну а как? Ну и стихи. Стихи и песни. Шутки. 3. Все, а так мы очень серьезны. Дамы и господа, только сегодня и только для вас поражают, очаровывают, завораживают и восхищают артисты легкого жанра. Свердловский театр оперетты. Мы очень дружный коллектив. Да, мы легкий жанр и к тому же. Здесь лучше всех артист поет. Итак, его ищет актер. Что находится в черном ящике? Время пошло. Там чудеса, там леший бродит. Гоголь! Яги Гоголь! Лежит, ворочается! Ищет! Главное слово ищет! Если ищет, значит это кому-то нужно! Сегодня удивительный день. Этот день мы ждали ровно 25 месяцев. Первого апреля 2019 года была последняя Кочерыжка. И вот, несмотря ни на что, мы здесь.